Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в гипермаркете низких цен «Светофор». Это магазин «Маяк» по адресу город Ульяновск, проспект Созидателей, 116. Посмотрим новинки ассортимента. В продаже появился ящик для инструмента размером 32,5 на 16,5 на 13,7. Закрывается на одну защелку, имеется ручка и внутри одно большое отделение. Продается он без вкладки, просто как ящик. Производитель «Россия», стоимость 252 рубля. Еще одна новинка. В продаже появился тент укрывной, хозяйственный, универсальный, от торговой марки «Экос». Изготовлен он из полиэтилена, имеет алюминиевые люверсы, размер 3 на 3 метра, плотность 60 грамм на квадратный метр, цвет зеленый, цена 248 рублей. Следующая новиночка – это опора для растения. Она круглая, 21 сантиметр ее диаметр, 45 сантиметров высота опоры. Продаются в спайке по 3 штуки, цвет зеленый, цена 34,40. Также есть пистолет-распылитель торговой марки «Полисад». Он многофункциональный, всего здесь 7 режимов работы, в составе пластик. Стоимость 229 рублей. А еще есть грабли верные, металлические, от торговой марки «Полисад». Размер 42,5 сантиметра, здесь 22 зуба, цвет зеленый. Производитель Китай, цена 199. И от торговой марки «Полисад» есть еще секатор 18 сантиметров. Прямой рез, лезвие изготовлено из среднеуглеродистой стали, имеет тефлоновое покрытие на режущем лезвие и резиновые накладки на ручках. Производитель Китай. Стоимость 372 рубля. В продаже появилась навесная полочка пластиковая, два яруса и плюс два крючка снизу. В составе полипропилен, цена 86. А еще здесь есть вот такие контейнеры навесные на дверцу «Лофт». Так вот он выглядит. Размер 24,5 на 9,5 на 31. Цена 183 рубля. Еще одна новинка. Это органайзер «Лофт». Тоже он навесной. Крепеж идет тоже в комплекте. Размер 11 на 11,5 на 14 сантиметров. В наличии здесь есть два цвета. Стоимость 99,90. А это набор корзин с ручками. Продаются они без крышек. В наборе три корзины разного размера. В магазине два варианта по цвету. Производитель «Россия», цена 256. Также в продаже есть органайзер для столовых приборов. Этот органайзер с ручкой. Продается он еще и с поддоном. Внутри 4 отделения. Сам весь органайзер перфорированный. Три цвета в наличии, цена 92 рубля, изготовитель «Россия». А это пластиковый короб для хранения. Он с ручками с четырех сторон, продается без крышки. Объем 23 литра, в магазине два цвета, цена 388. В этот магазин еще привезли и стульчики детские пластиковые, называются они «Непоседа». Максимальная нагрузка 90 кг, цена 266 рублей. Также есть корзина для белья с крышкой и с ручками. Корзина большая, объем у нее 50 литров, цена 615 рублей. И еще есть вот такие корзины для белья, тоже с крышкой и с ручками, объем 48 литров, цвет только такой, цена 452 рубля. Следующая новинка — это чайник электрический мощностью 1500 ватт. Объем этого чайника 2,2 литра, имеется световой индикатор работы, вращается он на подставке на 180 градусов. Изготовлен чайник из нержавеющей стали, ручка пластиковая. Сейчас посмотрим, как выглядит внутри. У этого чайника закрытый нагревательный элемент, корпус из стали, цена 577. Еще один электрический чайник от торговой марки «Ирит». Объем его 1,8 литра, мощность 1500 ватт. А корпус у него двойной, пластик снаружи, внутри металл, цена 607,90. Также от торговой марки «Ирит» в продаже есть измельчитель электрический. Емкость здесь на 700 мл, мощность 200 Вт. Производитель Китай, цена 737. А это духовой шкаф от торговой марки «Люме». Он объемом 32 литра, имеется выбор температуры, 3 режима работы и таймер. Цена 4095 рублей. Чайник термос электрический от торговой марки «Ирит». Объем 3 литра, производитель Китай. Очень красивый дизайн с цветочками, стоимость 2058 рублей.
продаже есть комплекты наволочек, они однотонные, на молнии. Трикотажные наволочки размером 70 на 70 в составе 100% хлопок, изготовитель Ивановская область. Они цветные, здесь они в ассортименте по цвету, стоимость 231 рубль за 2 штуки. Также есть наволочки размером 50 на 70, тоже однотонные, цветные. Все то же самое, 100% хлопок и производитель тот же. Цена 217,90. Трикотажная простыня на резинке из 100% хлопка. Размер 160 на 200 на 25. Ткань кулирка, производитель Ивановская область. Цвет здесь в ассортименте, стоимость 351 рубль. Полотенце махровое, Нефертити, очень хорошего качества. Полотенце изготовлено из 100% хлопка. Дизайн называется Джульетта. 50 на 80 размер в составе 100% хлопок, производитель Республика Узбекистан. Стоимость такого полотенца 178 рублей. Те полотенца были очень плотные, эти чуть тоньше. Тоже полотенца махровые, 100% хлопка. Здесь они в ассортименте по цвету. Дизайн называется Аргус, размер 50 на 80 в составе 100% хлопок, производитель также Узбекистан. Стоимость 119,90. И точно такие же полотенца есть большого размера, они тоже из 100% хлопка, размер 70 на 130, стоимость 258 рублей, производитель Узбекистан. В продаже в ассортименте есть матрасы Фулкон размером 80 на 200 на 5 сантиметров, цена 1110 рублей. И есть пледы. Сова и жаворонок, флисовый плед, уютный и теплый, размер 130 на 150, в составе 100% полиэстер, изготовитель город Иваново. Здесь они в ассортименте по расцветке, цена 261 рубль. А еще здесь в продаже есть носочки женские, махровые, однотонные, они с ослабленной резинкой. В составе 85% хлопок, 10% полиамид и 5% полиуретан. Изготовитель Краснодарский край, город Белореченск. Здесь они в ассортименте по расцветке, очень яркие даже есть, цена 81 рубль. В ассортименте по цвету в продаже есть очень красивые колготки, они называются Алиса. Вот так они упакованы. Колготки идут с дизайном. Очень симпатичные. В составе 40% хлопок, 30% модал, 20% полиамид и 10% эластан. Изготовитель Довер, Китай. Цена 174 рубля. А это очищающий гель для умывания с имбирем и лимоном для комбинированной жирной кожи. Глубоко очищает, тонизирует и сужает поры. 150 мл. Изготовитель Россия, город Дмитров. Цена 53 рубля. Также в наличии есть мицеллярная вода от торговой марки Камы. Она цветочная, снимает макияж, успокаивает и смягчает кожу. Объем здесь 585 мл, цена 150 рублей. Следующая новинка от торговой марки Синергетик. Это натуральное биоразлагаемое мыло для рук и тела. Пачули и ароматный бергамот. 380 мл объем, изготовитель Россия, цена 157 рублей. А от бренда «Бархатные ручки» есть в продаже жидкое мыло с антибактериальным комплексом плюс увлажнение. Здесь объем 500 мл, флакончик идет с дозатором, цена 157 рублей. И есть жидкое мыло для рук торговой марки «Дуру» с маслом оливы. Объем здесь 1000 мл, производитель Турция, стоимость 132 рубля. А это хозяйственное мыло 72% для стирки, торговая марка «Флора». Изготовитель Самарская область, город Тольятти. Номинальная масса куска 150 грамм, цена 16,90. Снова в продаже появился гель для стирки белья Sorti Color. Очень хороший гель, мне нравится, часто им пользовалась раньше. Объем 3,4 литра, изготовитель Россия, стоимость 464 рубля. А еще привезли гель для стирки B-Max ароматерапия. Здесь объем 3 литра, производитель также Россия, цена 577 рублей. В продаже есть ватные диски в очень экономичной упаковке. 180 штук из 100% хлопка, они изготовлены, цена 60 рублей. На сегодня это все. Если вам понравился обзор, пожалуйста, оцените его лайком и обязательно подписывайтесь на канал, если еще до сих пор не подписаны. Желаю вам всем хорошего дня и отличного настроения. Берегите себя. Всем пока-пока.